1973 году Сергей Авдеев окончил в Куйбышеве, ныне Самара, физико-математическую школу с похвальной грамотой. Поступил в Московский инженерно-физический институт, МИФИ, на факультет «Экспериментальная ядерная физика». В 1979 году получил диплом инженера-физика. 1 июня того же года пришел работать в НПО «Энергия». Здесь он занимался отладкой и установкой на спутник аппаратуры гамма-телескопа «Гамма-1». В 1986-м окончил заочную аспирантуру МИФИ. В ноябре 1989-го назначен на должность космонавта-испытателя НПО «Энергия». Первый раз в космос Сергей Авдеев полетел 27 июня 1992-го бортинженером корабля «Союз-ТМ-15» и станции «Мир». Стартовал вместе с Анатолием Соловьевым и Мишелем Тонини, Франция. Дальность 30 метров. Принято. Уменьшаю скорость. Принято. Уменьшаете скорость. Так, что касание? Есть касание. Во время 12-й основной экспедиции на станцию «Мир» была проведена серия экспериментов по биомедицине. Космонавты исследовали распределение потоков крови в организме человека в условиях невесомости, изучали воздействие космических излучений на иммунную систему. Что касается еды, там тоже есть такой один нюанс. Есть американский подход, есть наш подход, есть у нас несколько подходов среди подходов. Вот. И врачи тоже считают, предлагают даже, ну, специалисты по питанию, какие предпочтения, что вы предпочитаете, сэр. Либо макароны по-флотски, вот, либо судак заливной. Сэр предпочитает вот это. Проходит месяц, он на это уже смотреть не может. А потом вдруг через 2,5 месяца он, уже забыв вкус макарон, по-флотски, вспоминает, что они лежат. И через 2 месяца он опять накидывается на эти макароны и тоже так же, так сказать, с удовольствием ест. Были проведены эксперименты по изготовлению кристаллов и специальных сплавов. С борта станции космонавты запустили спутник МАК-2, сделанный студентами МАИ. Во время этого полета Сергей Авдеев 4 раза выходил в открытый космос. Посадку совершил вместе с Анатолием Соловьевым 1 февраля 1993-го. Второй раз на орбите Земли Сергей Авдеев работал с 3 сентября 1995 по 29 февраля 1996 бортинженером корабля «Союз-ТМ-22» и орбитальной станции «Мир». Это была 20-я основная экспедиция на станцию. Кроме Авдеева, в ней участвовали Юрий Гидзенко и немецкий астронавт Томас Райтер. Большая часть программы была отведена проекту «Евромир-95». Во время этой миссии Райтер стал первым жителем Германии, который вышел в открытый космос. Третий полет, длившийся больше года, Авдеев совершил с августа 98 по август 99 бортинженером кораблей «Союз-ТМ-28» и «Союз-ТМ-29» и станции «Мир» по программам 26-й и 27-й экспедиции. Стартовал вместе с Геннадием Падалкой и Юрием Батуриным. За время этой экспедиции на станции было проведено более 60 научных экспериментов, в том числе мониторинг Земли из космоса для прогноза землетрясений и извержений вулканов. Вообще каждый грузовик – это большая радость. Это знают все, и знают особенно те люди, которые грузят это все. И вот самые дорогие вещи они кладут на самое дно грузовика. Дочка вот прислала вот зайца однажды. В 2003 году космонавт-испытатель Сергей Авдеев покинул отряд космонавтов по выслуге лет. Спустя год ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Чапаевска Самарской области». Сергей Авдеев – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, кандидат физико-математических наук,
кавалер французского ордена почетного легиона.